хотелось бы еще сказать. До записи первой кассеты, ну, песни записывались как-то по случаю на каких-то торжественных событиях, государственных праздниках, днях рождения, когда в большой палатке столовой собирались все ребята, дружно подпевали. А вот уже первую кассету в Афганистане я записал вполне осознанно, с надеждой, что эти записи и для меня, и для других ребят будут иметь жизненно важное значение, как некий музыкальный отпечаток пребывания и выживания в далеком жарком зарубежье. Записывал кассеты я в вагончике солдатской бани ночью. Ну, почему ночью? Понятно, техника стоит на приколе, не шумит, и напряжение не прыгает. Записывал на качественные японские аудиокассеты и японские магнитофоны марки Sony, Panasonic. Но так получилось, что по соседству с нами в Шинданде стоял шинданский госпиталь, с персоналом которого мы поддерживали дружеские отношения. Вот туда и попали первые растиражированные нашими ребятами мои кассеты. Но этим, собственно, отчасти и объясняется их распространенность и популярность среди ребят-афганцев. Кто выписывался из госпиталя, обязательно увозил с собой кассету.